Прекрасным я его вижу. Хорошим, красивым местом отдыха для молодежи и для детей. Молодежи будет где посидеть, время провести. То есть и молодые мамы с детьми могут прогуляться. Облик города меняется в лучшую сторону. Все равно Нижнекамск как-то в последнее время в лучшую сторону. Да, обустраиваются. Быстро стоят они все, это молодцы.